Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Давненько мы с вами не говорили о тигране, о его маслах, о его зелье. И тут, кстати, новографский посетитель канала как раз сделала вот такое упоминание. Благодарю Геннадия Петровича за его канал. Благодаря ему увидела видео, где Тигран Петросович рассказывает про масло, как применять при онкологии. Связалась с Тиграном и купил масло и зелье. Пью их, у меня лейкоз. Состояние начало улучшаться. Пью уже 4-й месяц. Появилась выносливость, сила и надежда на выздоровление. Спасибо большое за ваши труды для нас и за помощь. Кстати, и еще Тигран такое придумал зелье, которое, как он говорит, помогает тем людям, которые никак не могут бросить пить. Это зелье рекомендуется им употреблять. По своему вкусу оно похоже на сухое вино. И оно действует так, с его слов, потому что я там не пью. Вот. Действует так, что потихонечку человек слазит с этой вредной привычки. Он как раз, вернее, мы с ним как раз записали это видео, но я его по зоопарке стер, когда работал над вот этим вот видосиком, рассказывающим о изодинамической гимнастике. Так что смотрите, отзывы какие прекрасные. Продукция Тиграна Петросовича работает, причем в очень таких сложных случаях, и помогает. Более того, конечно, важен свой собственный опыт. Я применяю зелье Тиграна, полощу рот. И вот недавно я зубной щеткой разодрал десну, и она начала так болеть. И когда начинает что-то там болеть, и, так сказать, довольно-таки сильно, то, кажется, уже пол рта у тебя там разболелось. Ну, бывает такое, знаете, щетка зубная, жесткая, так массажик делаю. И я, значит, что стал делать? Я беру вот этот вот спунжик, ватный диск, макаю вот это зелье Тиграна, прилаживаю сюда, к десне. И вы знаете, вкус средства вяжущий и прекрасно действует на зубы. Укрепляет и десну, и вот это снимает воспаление. Ну, сейчас все цело. Так что еще разок спасибо Тиграну за его продукцию, которая работает, которая реально дает пользу. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.